Я обожаю шоколад. Нет, а ну постой. Никакого шоколада на завтрак. О, гадость, я это не буду. Эй, хочешь мармеладных червяков? Они супер. Что ты делаешь? Убери их отсюда. Не хочу это. Видишь, она хочет мои конфеты. Нет, не хочу ничего из этого. Ну давай, возьми нашу еду. Я сказала нет, уходите. Воу, что происходит? Похоже, нас ожидает челлендж. Отлично. Да, шоколадка. Что может быть лучше? Шоколад? Почему бы тебе не уступить мне, ведь я старше. Спасибо. Посмотрим. О, у меня шоколадно-ореховая паста. Чудесно. Открою ее и проверю, все ли в порядке. К счастью, у меня есть ложка. Вот так. Зачерпну чуть-чуть. Блаженство. А, побалую себя немного. Съем еще. Ах, отлично. Ням-ням-ням. О, бабушка, смотрится очень круто. Погляжу, что у меня. О, шоколадка. А что если... Нет, лучше не надо. О, нет. А, так хорошо. О, нет. Я съела всю пасту. О, как же так? Не могу поверить. Спасибо большое. Это именно то, что мне нужно. Секундочку, есть идея. Наливаем это в банку. Вот так. Хорошо, мы вылили туда все молоко. Окей, нужно закрыть банку крышкой. Готово. Теперь надо потрясти банку. Ух, неплохой ритм получился. Заодно и мышцы прокачаю. Хорошо, теперь откроем банку и посмотрим на результат. Добавим взбитых сливок, чтобы вышло еще лучше. О, потрясающие взбитые сливки. Нужно еще добавить. Ммм, вкуснятина. Отличная работа. Посыпка. Она всегда пригодится. Добавлю ее поверх сливок. Вот так, немножко. Этого хватит. Что такое? Оу, пора мне вздремнуть. Хе, у меня появилась хитрая мысль. Достану свой верный фен. Время растопить шоколадку. Хе, такая мягкая. Окей, берем шоколадку и ножницы. Отрежу уголок, чтобы вышло отверстие. Вот так. Теперь можно просто выдавить жидкий шоколад. Да, зацените эту аппетитную массу. Круто. Еще немножко. И достаточно. Вышло похоже на какашку. Осталось сделать вот так. Теперь у меня вкусняшка, а у нее какашка. Бабушка! О, боже! Ммм, смотрится так вкусно. Возьму соломинку. Вкуснятина! Это круто! Спасибо, братик! Братик? О чем это она? Напиток сделала я! О, что это такое? Какашка? Постойте! Пахнет шоколадом! Это шоколад! Так здорово! Мне нравится! Вы оба выиграли! Что ж, все хорошо, что хорошо кончается! А теперь я хочу чипсов! Вкусных и хрустящих. Воу, отличный выбор. Не терпится начать. Посмотрим, что там у меня. О, неплохо, тортилья. У меня точно получится. Застелю поднос вощеной бумагой и положу это сверху. А еще нужно масло. Попрыскаю тортилью оливковым маслом, плюс нужны приправы. Используем перец. Выглядит хорошо. Теперь поставим в духовку. Эй, что такое? Оу, упс, я слишком увлеклась вязанием. Погляжу, что у меня. О, сырая картофелина. Как мило. Нарежем ее, чтобы сделать чипсы. Вот так. Моя картошка порезана на ломтики. Они идеальных размеров для тостера. Осталось дождаться, когда они будут готовы. Что это за запах? Похоже на дым. Ух, теперь и я его чувствую. А, моя тортилья. Беги ее спасать. Скорее бы сделалась моя картошка. Ух, а вот и чипсы. Нужно их поймать. Так здорово. О, нет. Ау, вот, лови. Ау, бабушка, горячо. Я его ртом поймаю. Ммм, вкусно. Круто, бабушка. Ау, я так рада, что тебе нравится. Ну вот, моя тортилья сгорела в духовке. У-у-у, бабушка победила. Да, пахнет отвратительно. Дальше я хочу вкусных яиц. Бабушка, можно теперь я первый?
Ну, конечно, яйца. Не знаю, чего еще я ожидал. Бабушка, можно одолжить твою сковородку? О, разумеется. Я всегда ношу с собой запасное. Спасибо, но мне нужно решить, что делать дальше. Ну, у меня есть эти три яйца и бабушкина сковородка. Что-то непременно получится. Может, если сделать вот так? Он так усиленно думает. А что там у меня? Вот это да. Похоже, у меня тоже три яйца. Ладно, я знаю, что делать. Сварим их таким образом. Ничего не понимаю. Вот так. Также мне нужны часы. О, и молоток. Разобью эти часы, поскольку мне нужны детали. Прекрасно. Вот отличная пружинка. Как раз то, что мне было нужно. Она поможет мне нарезать вареные яйца. Надавим пружины на яйцо. Вуаля! Я разрезала их все пополам. Теперь разрежем пополам эти дольки. Готово! Такие красивые формы! Здорово! Добавлю паприки и семян кунжута, чтобы они выглядели красиво. Ну, типа, что мне делать с остатками? Наконец-то разобрался! Вау! Классно разбилось! А теперь остальные! Да! Дальше мне понадобится острый соус. Выпью побольше. Да, класс! Такой острый! Горячее было пламя. Но я смог приготовить яйца. Ох, милок. Уверена, все будет в порядке. Ура! Яйца! Моя любимая еда на завтрак. Попробую сперва вот это. Вкуснотища. Ура! Ей нравится. Окей, попробуем другое блюдо. Оу, я так люблю яичницу. Эй, минуту. Оу, там куски скорлупы. Бабушка опять победила. У нее все съедобное. А теперь я хочу пузырей. Пузыри – это так прикольно. Бабушка, погляди вон туда. Да, пора узнать, что у меня. Ну и что это такое? Как это поможет с пузырями? Люблю горячий чай по утрам. Особенно, когда пью через соломинку. Чай – это здорово. О, это натолкнуло меня на мысль. И снова пригодится фен. Расплавим эти конфетки. Ах, так вкусно. И жажда утоляет. О, чуть не забыла. Проверим, что там. Ничего себе! У меня целая гора жвачки. Я люблю порой пожевать жвачку. Ну-ка, попробую надуть пузырь. Не сработало. Наверное, для пузырей нужно больше жвачки. Вот так. Теперь должно получиться. Оу, он лопнул. Это так весело. Мне нужны еще жвачки. Еще. Пора надуть самый большой пузырь в мире. Поехали. Даешь суперпузырь. Сейчас растоплю конфеты. Что это? Меня куда-то уносит. А? Куда ты, бабушка? Ух ты, она уже так высоко. Пока, бабушка. Окей, я расплавил все конфеты. Теперь следующий шаг. Берем соломинку, опускаем одним концом в конфетную массу. Так, чтобы она налипла на соломинку. И можно выдувать пузыри. Да, получается. О, лопнул. Так круто. Лучше всего то, что эти пузыри съедобные. О, вот это да. Какое странное приключение. Бабушка, не могу поверить, ты упала с такой высоты. Было слегка страшновато. Да, это будет супер. Эй, где же пузыри? Не знаю, как там у бабушки. Попробуй мои. Хорошо. А вот и соломинка. Теперь просто подуем. Вау, классный пузырь. Да. Обожаю пузыри. А сейчас я его съем. Так вкусно. Это мне нравится больше. Ты победил? Да, наконец-то. Ура! Победила бабушка. А, и как я мог проиграть? Я так рада, что тебе больше понравилась моя еда. Бабушка, вот тебе букет цветов. Ты такой заботливый внучок. А как бы вы приготовили яйца? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.